Так, дорогие друзья, значит, у нас через 150 метров камера контроля перекрестка. Это мы едем по навигации. Поверните налево. На одном из участков, а именно первом евразийском, только что девушку выгнали, признав ее психически... Двигайтесь прямо. 3 километра. Так, Азалжан. Так, это мой звук тоже уйдет. Я извиняюсь очень, но у нас здесь этот навигация, без этого не можем. Сейчас мы выдвинулись в Казахстанский национальный университет искусств, 310-й. Девушку окружила полиция, пытается выгнать с избирательного участка. Значит, у них механика следующая. Наблюдатели, якобы независимые, составляют акты о нарушении наших наблюдателей и выгоняют с избирательных участков. Выгоняют следующим образом. То есть через 150 с участков. Пожалуйста, наблюдатели, если вы меня сейчас смотрите, давайте нашу тактику тоже разработаем. Посмотрите, что мы вам написали. Нам нужно до 8 часов остаться на избирательном участке. Уважаемые средства массовой информации, мы очень надеемся на вас. Международные наблюдатели, все, кто наблюдает, пожалуйста, нам нужна ваша помощь, потому что в противном случае на подсчет голосов не останется никого. Я думаю, это мое субъективное личное мнение. Через 150. Происходит в связи с тем, что очень маленькая явка, людей начинает дописывать, происходит фиксация. То есть мы сейчас только что в Павлодаре, в Астане, замечены были люди, которые голосуют не по удостоверению личности, а по фотографии на телефоне. И сразу, как только наблюдатель делает комментарий, составляет акт о нарушении, председатель и наблюдатели, другие якобы независимые, да, начинают вызывать полицию, говорят, что наблюдатель нарушает что-то на избирательном участке. Только что, вот я уже говорила, с первого участка забрали наблюдательницу. У девочки, ну, действительно, знаете, она плачет, переживает, потому что она говорит, я же ненормальная, у меня все со мной, все в порядке. Но этим самым они пытаются вывести наших наблюдателей из равновесия. Я отключаюсь. Пожалуйста, распространите, ну, видео мое, может быть, не надо, потому что оно ужасное, но распространите эту информацию. Спасибо большое.